Что мы имеем? Что мы имеем? Не густо, не густо, но... Не страшно, пару зацепок есть. Уверен, что все получится. Джордж, дружище, привет. Проходи. Что, устал, да? Что-то у тебя совсем вид. Как будто 3 дня не спал. Где пропадал? Собирал информацию. Отлично. Что тебе удалось узнать? Да, здравствуйте, босс. Спасибо большое. Сегодня действительно наткнулся на одну очень интересную информацию. Судя по моим данным, существует некий отряд рейнджеров, который помогает местным зверушкам расслабиться с помощью некоторых технологий, очень похожих на то, что мы с вами ищем. Что? Ты уверен? Помните видео на канале SMRBOX, в котором был филиал магазина мурашек во Франции? Так вот, я уверен, что эти рейнджеры сливают информацию непосредственно на этот филиал. Рейнджеры? Вот, в этом блокноте все наблюдения, а также фотографии. Держите, босс. Так, информация в блокноте. Ну, давай посмотрим, что там у нас. Черт возьми. Спасают животных, расслабляют их, используют разные звуки для этого. Черт, это серьезно. Но, Джордж, не стоит. Не стоит их недооценивать. Судя по твоим записям и снимкам, оборудование у них очень серьезное. Черт возьми, кто-то финансирует этого SMRBOX. Откуда у него столько денег? Было бы неплохо узнать, кто это. Да. Недавно я приобрел один очень интересный прибор. О, нет, не спрашивайте, где его взял. Эта информация должна остаться в тайне при всем уважении к вам, босс. Благодаря этому прибору мы с вами сможем прослушать переговоры магазина мурашек во Франции и этих так называемых рейнджеров. Скажу тебе честно, Джордж, ты один из лучших ребят у меня в агентстве, поэтому... Я хочу, чтобы ты нашел надежных людей, и вы проследили за этими самыми рейнджерами. Скажи мне, пожалуйста, ты справишься с этим заданием? Я бы рад, босс, но, к сожалению, вынужден сказать, что у нас не хватает людей. Здесь нужны очень узкие специалисты, и я хочу попросить у вас контакт корпорации для того, чтобы взять у них людей, которые осведомлены в военной тематике. Ты же понимаешь, что это рисково. Просить заказчика делать твою работу за тебя. Да ты хоть знаешь, кто они. Они легко в порошок сотрут и тебя, и нашу контору. Сэр, я понимаю. Я позвоню им как другой детектив, и это никоим образом вас не дискредитирует. Ох, Джордж, ладно. Ты знаешь, ты никогда меня не подводил, и я тебе полностью доверяю. Вот тебе контакт. Не подведи меня. Спасибо, сэр. Я вас не разочарую. Фрэнк, привет, дружище. Мне нужны билеты на самолет. Да, Франция. Да, желательно вылет сегодня или завтра вечером. Да, как обычно, чартерный рейс. Да, и обратный билет где-то дня через 4. Да, спасибо тебе большое. Да, Джордж, привет. Я уже начал было переживать за тебя. Куда ты пропал? Да, у меня все в порядке. Так. Корпорация вытянула мне, кажется, это сказали, что ждут хороших результатов.
Это хорошо. Я как раз договорился о полете во Францию. Завтра вылетаю. Ты будешь за главным. Хорошо, босс. Стюардесса, будьте добры, стаканчик виски со льдом. Я немного нервничаю в самолетах. Что ж, спасибо. Такая маленькая и такая полезная вещица. Корпорации, похоже, знают толк в новых технологиях. Что ж, теперь на меня не действуют мурашки, и мой разум больше не помутнится. Посмотрим, что ты на это скажешь, SMR-бокс.